Вода цвета дегтя. В такую речку сложно войти дважды, но волонтерам, которые рискнули очистить скалбу, приходится это делать много раз. Помогают кто чем может. Сотрудники Пушкинского аварийно-спасательного отряда по пояс в воде, потому что есть экипировка. МКУ Зеленоградского окашивает траву, пилит деревья, рубит сучки. Обычные жители убирают мусор. Что мы сейчас делаем? Мы освобождаем русло, чтобы появилось течение. Помимо этого ведется очень большая работа с разными надзорными органами, с Министерством экологии, с полицией, с МЧСниками. К примеру, неделю назад был нами обнаружен прорыв напорного коллектора, и понадобилось 7 дней с момента, пока мы его нашли, соответственно, до этого неизвестно, сколько он тек, 7 дней на того, чтобы ликвидировать аварию. Именно из-за этого скалба долгие годы загрязнялась и накапливала вредные вещества. Сколько лет канализация текла в реку, сказать сложно. А вот что она нанесла ущерб биосфере, доказательства имеются. Предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в этой жиже со дна реки превышена в 3 раза. В прошлом году, в конце октября, испытательный центр МГУ отобрал пробы воды донных осадков. Результаты неутешительные. Более чем печальная, потому что огромный спектр тяжелых металлов. По некоторым показателям вода превышает ПДК сточных вод для города Москвы. В этой воде ее нельзя использовать для хозяйственно-бытовых нужд. Ни в коем случае нельзя ловить рыбу. Купаться, отдыхать, в общем, это просто опасно для здоровья. Местные жители еще помнят, когда скалба была полноводной и чистой. Василий Веселов мальчишкой здесь купался и рыбачил. Сейчас лягушки не квакают, стрекозы не летают, вода как деготь. Ну и все, приплыли, что называется. Максим Токарев – житель Зеленоградского. В рамках своей основной деятельности очищает от мусора озеро Байкал. Сейчас присоединился к акции на скалбе. Я не раз в день прохожу мимо этой речки, вижу, в каком состоянии находится. Это действительно печально. Видно, что она зарастает с каждым годом, застаивается. И это, конечно, картина удручающая. Но вот то, что местные жители, активисты, местная администрация решила организовать такой замечательный, просто потрясающий проект по уборке реки Скалба. Все-таки реки – это наши как кровеносные сосуды нашей планеты. Раз я занимаюсь озером Байкала, то я прекрасно понимаю, как реки важны для человечества. О том, что река важна для экологии Пушкинского округа, никто не спорит. Но вот только помочь скалбе не так просто. Регулярные уборки всем миром – это капля в море. Нужны деньги и полномочия, чтобы основательно заняться очисткой. Мы сегодня призываем всех людей заботиться об экологии, о чистоте нашего городского округа, о чистоте Подмосковья. И, конечно же, администрации профильными подразделениями будем планировать, чтобы войти в программу, в региональную программу правительства Московской области по очистке рек. Для полного решения проблемы должны быть инвестированы большие деньги. А пока будут справляться с помощью бюджета Пушкинской администрации и силами тех людей, которым не безразлично будущее реки. Анастасия Спирина, Владимир Парфенов, Пушкинское телевидение.